Линейки в честь последнего школьного звонка в областном центре стартовали с самого утра. Большинство из них было назначено на 10 и 11 часов. Именно в этот временной период город над Бугом погрузился в атмосферу молодости, красоты и предвкушения счастья. Совсем скоро эти юноши и девушки отправятся покорять новые вершины. Впереди выпускные и вступительные испытания. Но все это будет завтра. Сегодня пусть и волнительный, но праздничный день. Волнение есть, также грусть, потому что школа очень большой этап моей жизни. Я эту школу очень-очень сильно люблю. Она подарила мне очень много радостных, интересных моментов. Я чувствую волнение, потому что этого момента я ждала очень долго, и я думаю, что линейка пройдет очень хорошо. Я очень люблю мою школу, и просто это всегда волнительно, последний звонок, и мне кажется, что это очень такое эмоциональное событие. В третьей школе города над Бугом выпускной класс всего один. Как признаются учителя и администрация учебного заведения, каждый из этих ребят за 11 лет стал практически родным ребенком, за которого переживаешь, волнуешься, которому желаешь только добра. Конечно же, это самые одаренные, талантливые ученики, это, конечно же, наши, потому что за 11 лет они становятся, ну, родными, и каждую выпускную линейку на них реагируешь, как на собственного ребенка. Сейчас нелегкое время, конечно же, очень сложно будет им пробиваться в жизненном пути, но, наверное, наши дети, я так надеюсь, что смогут достичь того, о чем мечтают. В качестве почетного гостя участие в линейке принял мэр Бреста Александр Рогачук. По словам градоначальника, сделать выбор, куда отправиться на праздник, непросто. В городе над Бугом полсотни учебных заведений. Перевес в сторону данного случился по нескольким причинам. Одна из основных – желание своими глазами увидеть фронт ремонтных работ. Здание учреждения образования с более чем 70-летней историей в настоящее время требует к себе особого внимания. Конечно, третья школа по эстетике и по географии нахождения уже не соответствует требованиям современного времени, поэтому сегодня мною принято решение на разработку проектной документации по фасаду и, конечно, по начинке этой школы. Школа должна быть современной, соответствовать своему географическому положению. Это самый центр исторической части нашего города. Поэтому уверен, что школа будет соответствовать высшим планкам эстетики нашего тысячелетнего города. В 6-й Брестской гимназии, которая носит имя маршала Победы Георгия Жукова и в окончившемся учебном году отметила большой юбилей – 70 лет, сегодня прозвенел последний школьный звонок для 94 учеников. К слову, выпуск этот очень сильный. Порядка 15 человек претендуют на золотые медали. Кстати, несмотря на всю торжественность и праздничность момента, выпускники 2017 – ребята ответственные. Даже в своих пожеланиях друг другу говорят больше о дальнейшей учебе и успешности, опровергая миф о несерьезном отношении к жизни у современной молодежи. Я хочу поздравить выпускников с этим днем, с днем завершения учебного года, учебных лет. И я хочу пожелать им всего хорошего в жизни, чтобы их жизнь состоялась и чтобы они поступили туда, куда захотят. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.